Ю, ребята, всем добро пожаловать у микрофона, как всегда, Рамзе. Сегодня я нашел для вас замечательный, офигенный, просто-напросто паблик-сервер. Он включает в себя несколько модов, ребят, это очень здорово. Сегодня мы это все посмотрим с вами, поиграем, я вам покажу, расскажу. Поэтому усаживайтесь поудобнее, будет очень весело, очень интересно и очень-очень круто. Вот все пацаны зашли уже, играют, то есть смотрите, какие здесь красивые вот такие скины, пацаны, для привилегий. Очень классно и круто-круто смотрится. Поэтому, братишки, реально не поленитесь, лепите лайкосик, будет очень здорово и очень-очень классно. Давайте первым делом смотреть на название сервера, получается Public CSGO плюс Surf Mode плюс Boss. То есть здесь несколько режимов игры, это как обычный паблик, здесь система опытов есть, ранги есть, ключи, ребят, есть кейсы. То есть все как в CSGO, то есть это очень круто и очень-очень здорово. Так. Смотрите, что здесь еще есть. Купить админку, давайте быстренько я вам все покажу. Вот можете поставить на паузу, посмотреть. VIP аккаунт, привилегии VIP. Тут, короче, разные вот такие все приколюшки. Ну, короче, ребят, можете зайти и, в принципе, сами все посмотреть. А далее у нас идет магазинчик, ребят. Только в зоне покупки заглушить игрока можем. Правила сервера вот здесь все указано, ребят. Можете также поставить на паузу, все-все-все прочитать. Далее у нас дополнения идут. Передать ключи можем, передать деньги, узнать свой Steam ID. Миссии, ребят, здесь есть. Время на выбор миссии в этом раунде истекло. В начале раунда там появляются миссии, которые вы можете выбирать и получать за них халявные там приколюхи, опыт. Вознаграждаться. Так, что это такое? Меню движений. Так, что это? Непонятно, пацаны, что это такое. Так, давайте мы тоже поставим, вот такие вот всякие приколюхи пацаны ставят. Открыть кейс, вот давайте, допустим, посмотрим, здесь ключей, легендарный кейс, давайте посмотрим, с первого начнем. У вас нету кейсов, пацаны, напишите в чатике, пожалуйста, как закупать кейсы, напишите в чате, как купить кейсы. Сейчас, пацаны, нам М5, открыть кейсы, 10 ключей. Так, у вас нету кейсов. У меня, короче, 1000 ключей есть, а кейсов 0. И я нажимаю, они у меня не, типа не покупаются. Так, вступайте в группу, кстати, вот написано, пацаны, и получается 100 кейсов. Вот, какой-то кейс еще был. Чтобы открыть, нажмите, вы нашли кейс. О, все, я один кейс нашел, пацаны, М5. Открыть кейс, давайте вот этот третий, и открыл кейс, и получил АК-47 ледяной. Вот, ребят, в начале каждого раунда высвечиваются вот такие вот миссии. Убить 5 противников плюс 125 XP, убить 3 в голову, убить 2 с ножа. Короче, ребят, разных много таких вот приколясов классных. То есть вот можете качаться, давайте убить 4 с АК-47 в голову. Давайте, давайте... Сейчас меня завалит. А, кстати, у нас разброса нету почему-то, мужики. Это тоже очень классно. Гранатки нам сразу же в начале раунда даются вот такие. То есть паблик довольно-таки классный, ребят, однозначно. Поэтому влепите, пожалуйста, лайкосик за мои старания, что я для вас нашел такой паблик. Смотрите, ребята, это получается у нас смог-граната. Ну, я непонятно, непонятно. Так, ай, нифига себе, пацаны, это как в CSGO, коктейль Молотова, чтобы вы понимали. Это не смог, а коктейль Молотова. Это очень классно на самом деле. Давайте быстренько я сейчас возьму этот коктейль Молотова, брошу его пацанам вот этим вот сюда. Опа, и все, и они сейчас... Во, горят, просто посмотрите, пацаны, как они горят. Опа, давайте, ну нас завалили, к сожалению. Так, и в конце, когда нас убили, у вас на счету 5000 долларов, номинал ставки 100. Команда никто, то есть здесь можем ставить, изменить сумму, вот, можем поставить 500 долларов за контры, типа, да, контртеррористы, и мы выиграли, получается, там всяких приколясов. То есть это, ну, очень классно, на самом деле. Так, дополнение, это не то, пацаны, М, менюшка сервера на букву М, меню ножей, здесь ножи также есть, то есть, получается, у нас на данный момент нету ножа, и у нас обычно руки. Получается, нифига себе, пацаны, офигенно, вы посмотрите, какие здесь ножи, меню ножей, вот все посмотрите, как они выглядят, очень-очень классно, реально как в стиле CSGO, М7-8, так, М7-5, М7, офигенно, пацаны, ножи, реально, М7-7, блин, пацаны, это очень красиво, посмотрите, какие керамбиты всякие.
Пацаны, это очень здорово, и мне безумно-безумно нравится. Вот, посмотрите, как вот это вот выглядит. И смотрите, здесь какие сеты, все такое лежит, бронюшка, всякие такие приколясы тоже. Так, админ мне получил... А, паутинка же есть еще, пацаны. Вот такая вот паутинка, она, правда, очень-очень медленная, но все же, типа, как паутинка, забраться куда-то, я думаю, вы сможете на изи, поэтому как-то так. Далее, админ меню и VIP меню у нас идет. Давайте смотреть, меню снаряжения, здесь серф карты также еще есть. Оружейка, здесь получается эмочка бой, автомат Абакан и Зевс X27. То есть, офигеть, как в CSGO, пацаны. Офигенно. Круто, пацаны, это реально очень здорово. Я таких серверов вообще никогда и нигде не видел. Поэтому, если у вас будет желание зайти, поиграть, посмотреть, что это такое вообще, то все ссылочки будут в описании. Так, вот пешка Dragon Lore сразу же у нас. Это очень классно тоже. Так, и где у нас Зевс, мужики? Зевс пропал, что ли? М8... Так, MX Mod меню. Блин, меня попали. Короче, коктейль молотов, это очень здорово. Давайте ставку поставим. Быстренько изменить ставку. А, 5000 можем. Давайте 1000 поставим на... Кого мы можем поставить? На контры. Так, можем поставить? Нет, сделать ставку. Все. На контры. Все. Красава, короче. Контртеррорист я поставил на них. И, скорее всего, вот, кейсы выпадают с убитых... зомби, и мы... Ой, вот, у меня получается сколько? А, у пареньков 7, 8, 9, 10 кейсов. То есть, с каждого убитого челика выпадают кейсы. Вы их можете собирать и потом за ключи открывать. То есть, вот. Я понял. Также здесь всем бесплатно VIP-ка, фри VIP прописывайте, или я команду точно вам оставлю в описании. А, VIP Help вроде бы. VIP Help, Help VIP, Help VIP. Я не помню, какая-то из этих команд, или то ли в чате, то ли в консоли. А вот, VIP-тест. Вот, пацаны, VIP-тест, смотрите. VIP-тест. И получается получить VIP-ку на 12 часов. Халявная VIP-ка, чтобы вы понимали. Бесплатный период активирован, вперед. Все, пацаны. То есть это вот очень здорово, сможете заходить и играть. Оружейка эмочка вой вот такая классная. И что еще здесь есть? Автомат Абакан, но я пока что брать его не могу. Меню снаряжения, плюс 10 ключей. Вот, VIP-меню сможете брать. Пацаны, ух ты, а это что такое? Это денежки какие-то. О, смотрите, сколько нам денег добавилось. У нас 54 тысячи, мужики. Это очень-очень классно. Так, с 54 я могу поставить по 5 тысяч максимум. Давайте сделать ставку на контры. Сделать. Вы уже сделали ставку. Миссия убить 3 в голову. То есть указана миссия еще в левом углу. Вот, это тоже классно. Так, что еще у нас есть, получается, в VIP-меню? Так, это меню оружия, шлем свата, MX-мод-меню, то есть это вы сможете кикнуть игрока, забанить и голосовать за смену карты. Так, далее у нас идет, нам, кстати, сразу броня дается, все классно, все здорово. Так, оружейка, здесь автомат Абакан, вот такой вот тоже классный, пацаны. Что у нас еще есть, так это выдача оружия, дигл и эмочка азимов какая-то. Вот, любому игроку сможете давать, это тоже очень-очень классно, пацаны. Смотрите, что я сейчас сделаю, молотов вот этот вот возьму и брошу вот сюда, пареньку в лицо просто прилетит, вот сейчас он и будет классно. Так, и менюшка випа, здесь меню снаряжений и также оружейка есть, мы шлем также еще можем брать. И множество разных приколюх. Вступайте в группу, пацаны, и получайте вот 100 ключей на, ну, на халяву, которые, я думаю, вы поняли. Так, не забывайте про команду Help VIP, да? А, VIP-тест, вот, прописывайте, и получайте VIP-ку бесплатно на сутки. И сможете вот так поиграть и поприкалываться, то есть с друзьями, сказать, что вы купили, там все дела. Ну, будет классно, я думаю. Вот, можем калаши здесь закупать вот так вот, пацаны. Смотрите, у нас все деньги не тратятся, все 10 тысяч осталось, поэтому давайте, пацаны, лучше возьмем денежку. И посмотрим, что у нас еще есть. Шлем сват, только что он дает, я вот не знаю, аптечки еще какие-то выбрасывают. Пацаны, так, будет доступно через один раунд, выдача оружия, да, дигл. Валенси, что-то такое. Так, как, ух ты ж, как же красиво он выглядит, так. Как он стреляет, я думаю, урон у него будет просто бешеный. Менюшка VIP, здесь меню снаряжения,
5 ключей, такс, оружейка, ВПшка Азимов, АК-47, то есть разные такие вот ножи, 15 опыта, 100 хп и шлем какой-то еще, такс, слоник какой-то, пацаны там. Братан, не убивай! А, найс, меня убили, короче, с ножа. Все. То есть вот так вот прикольно, ребят, вот в каждом раунде, в начале раунда вы сможете выбирать... Убить 2 с ножа, экспон бомб, то есть дефьюз бомб, то есть установка дефьюз бомба. Миссии вот такие выполнять сможете, это тоже очень... Вот, ты получил один ключ за убийство. Вот, у нас 760 ключей, за убийство вы получаете ключи, и потом с убитых людей получаете кейсы. И потом собираете ключи эти и сможете открывать кейс, получать себе скины там всякие. Ну, это очень здорово, на самом деле, пацаны, если углубиться в эту атмосферу всей игры, понять, что да как здесь вообще происходит, я думаю, это получится очень интересно и очень-очень познавательный и годный контент. То есть можете поиграть, насладиться игрой, и будет, я думаю, безумно классно и безумно здорово. Так, сейчас мы этого мужика завалим, там еще сидит кто-то. Давайте 2 хаешки, все, вообще убили просто с гранатки мужика. Давайте сейчас флешечку вот так даем, отворачиваемся, быстренько подходим. И все, просто террористы победили. Ну классно, мужики, классно. Поэтому как-то так вот. Напоминаю, если вам понравился данный сервачок, обязательно заходите, играйте, конечно же, кто хочет покупать привилегии, здесь очень много ножей, всяких систем, поэтому, пацаны, реально, мне безумно понравилось, и, ну, классно, короче, скажу еще раз вам просто, что мне безумно-безумно понравился данный сервачок. Если вам также понравился, то обязательно заходите, играйте, конечно же, кто хочет покупать привилегии, все ссылочки на него будут, как всегда, в описании. Ну, на этом я буду с вами прощаться, всем спасибо за просмотр, с вами был РМЗС и дела, всем хорошего настроения, мужики, все ссылочки в описании, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.